Ну а во всем здрасте. Сегодня у нас по плану ночной коп. Сегодня у нас, кроме копа, у нас продолжается проект. А также у нас сегодня батл. У нас сегодня Deus 2 против Эскалибура. Пока счет по золоту 1-1. Вот. Прошлый выход с Серегой Метцером устроили батл. Вот. Достали карты по золотому предмету. И, в принципе, решили сегодня продолжить. Так что смотрите, будет интересно. Итак, сейчас мы должны завернуть. Поверните направо. Вот. Затем вы прибудете к месту назначения. И в месте назначения мы сейчас увидим... American boy, American joy, American boy for always time. На месте Серега в нашей компании. Сегодня будем... У нас будет вторая серия батла Deus 2 против Эскалибура. Счет серии 1-1. Ну что, Серега, расскажи, покажи, что ты с магнитами сделал. А, ну вот. Я, видишь, у меня сейчас скуп-то тоже я сделал с этой, с магнитной. Я вот так прилепил их просто тоненькие от этих, от неодимовых магнитов, где я оторвал, помнишь? Да. Их вообще не видно, они ничего не мешают. Не, ну да. У меня чуть-чуть другой вариант получается. Видишь? У меня чуть-чуть видно. А видишь, как у меня компактнее? Сереги, да, компактнее. Но мне не мешает. Сбоку я приделал еще такие же магниты. Будет подцеплять всякое лишнее железо, чтобы сигнал быстрее локализовался. Короче, все, погнали. Сегодня копаем от заката до рассвета. Пошли на море. Ну вот это то, что надо, погода сегодня. Как говорится, да, комрад, я не показал вам самый главный прикол сегодняшнего дня. У меня разные боты. Я боты взял детей и плюс еще на одну ногу. Это не просто так. Этот бот у меня на другую ногу, этот на правильную ногу, блин. Так что, если примета сработает, друзья, вы должны будете сделать то же самое. Блин, какая погода. Ой. Сегодня весь день лил дождь, поэтому людей никого нету. Солнце еще высоко где-то. Сейчас где-то 9 час вечера. Закат мы с вами сегодня встретим. Итак, друзья, мы начинаем. Сейчас мы идем искать яму какую-нибудь. И будем ее вычесывать методично. Видно, какая прозрачная сегодня вода. Ну, несколько дней было спокойствие. Водичка так очистилась, всякая муть ушла. Но сейчас ходишь, все видно. Вот только пока ям нету. Ищем яму. Я достал бесящий меня сигнал. И он уже, смотрите, отработали магниты. И это вот такая вот проволочка. Это отливчик. Косточка. А, Серега сказал, это косточка отливчика. Итак, мы выходим из ямы. Эту яму мы уже тщательно обработали. Все золото, что в нем было, мы достали. Так, друзья, полюбуйтесь между делом, какая красивая сегодня погода. Как стильно мы смотримся в ней. Сейчас идем в захлеб, к бую. Будем глубинные ямы исследовать. Глядишь, а вдруг повезет. Ну вот так вот выглядит. Практически в захлебе ходим. Видна там только... Еще почти костюм выкидывает. Да? Да. Я же в семерке далеко не зайдешь. По шее не сможешь зайти. Чуть выше камеры уже сразу всплываешь. Ну ладно. Она вот вроде кончается здесь. Да, вот идет на подъем. Да. Такая небольшая вроде ямка. Ну давай обойдем ее. Так, Серега что-то словил сигнал, мы идем. Мы идем нюхать. Ты сейчас... Слушай, как еще. Он звенит, бля. Где он? Где был? Ну чуть дальше отойди. О. 77. Ну это интересно что-то. Да. Это не монета, для монеты низковато. 47 даже, блин, бьет. Ладно, давай. Как у Сереги будет с Куби, подойдем, посмотрим. Сереги, он выкопал. Монета? О!
Я заработал на кофе 2 евро. 2 евро? Ну вот как раз кофе хотел попить на выходе. Ну отлично. Евро. Посмотри, не юбилейка? А это французская, она юбилейная или не юбилейная? Это? Не, это просто Франция. Простая, да. Ну отлично. Прилепляем к магниту. Вот. Во, видишь, держится. О, держится, да. Ну, поставь, чтобы она повисела. Во. Да. Видите, 2 евро у нас магничится. Без... Нормально. Так что магниты очень нужны. У меня тоже, видишь, магнитится. И Сереге магнитится. Да. Все магнитимся. Яму уже подхожу почти к буйкам. Видно, что я уже тут иду на цыпочках, но это не яма такая. Как бы пологий спуск. Это уже море заглубляется. Но пока космос. Серегины косточка отливчика и Серегины 2 евро пока все наши находки. И ничего, мы сейчас чем-нибудь найдем обязательно. Какую-то яму. Вот можно по Сереге судить. Вот, Серега говорит, становится глубже. Ну вот, вроде как ямка тогда получается. Нарисовывается. Пойдем туда. Серега опять кольцо достал. Есть кольцо, сигнал был просто бомбический. Так, потом подойдем, посмотрим. У меня здесь тоже сигнал 33. Итак, у нас две новости. Одно кольцо у Сереги. Вот, выкопал он, показывай. Отлично. Серебрушечка. Ну да, видишь, она вот черно-окисленная, я уже пробу я не увижу. Ну потом покажешь. И у меня сигнал 33 в скубе уже должен быть. Посмотрим, что тут. Не вижу. Судя по всему, сигнал отвалился куда-то. Пыли. Отвалился. Это значит цепь золотая. Может быть, сейчас буду искать ее дальше. Это подтверждение той моей хуйни, легенды. Я когда беру новую... Ну-ка расскажи теперь в камеру все про эту легенду. Я тебе говорю, что когда я беру новый скуп в руки, у меня всегда выпадает серебро. Это уже... Проверено. Ну что, монета? 10 центов, как ты и сказал. Ну да, 84. Я по Деусам прозвонил, 84 сигнал, уже привык, что это евроценты. О, солнышко. На закате должен быть сигнал, и вот он, если ты его достанешь, будет бомбический. Посмотрите, какой закат. Так, у меня железный сигнал. Наконец-то пробился сигнал. После долгой тишины. Вроде выкопал. Скрепка Изольды. У меня, блин, только сегодня косточки и скрепки Изольды. О, примагнитилось. И здесь примагнитилось. Вот, пока на боковые ничего не поймал. Ну ладно, скрепка Изольды всегда к чему-то хорошему. У меня первый цветной сигнал в скобе в захлебе 86-88. Ой, первая монета в наших чертогах разума. Пока это монета. 20 евроцентов. Вот, видишь, это у нас батл между камерами. Угу. С двух камер все снимается с обоих сторон. Сразу. Да, одновременно. Монету вы видите сразу. Сразу с двух сторон. Да. И две камеры. Два GoPro. Как выглядит. Да. Ну что, берем. Так, друзья. Наконец-то я выловил сигнал. Рядом плавает Серега. Блин, эпично выглядит на фоне солнца такой вот силуэт. Давайте посмотрим. 65 звучало. Вроде выловил. Зуб, что ли? Пока. Смотри. Вообще не понимаю, что это такое. А может колбаса это? Может колбаса такая, она как раз так и звенит. Сейчас разберемся. Ну пока. Сейчас помашу, если сигнал остался, значит будем копать дальше. Если нет, то, наверное, вот эта колбаса. Так, друзья, продолжаются наши раскопки под водой. Сигнал был нестабильный и в железо, и в 40, и в 70, вроде в лопате. Давайте проверять, что это будет. Так,
Блин, охренеть. Сейчас уйдет. Ай, вниз, нет. Я так подозреваю, что это вот это. Маленькая шайбочка. Медная. Похоже на заклепки верхушка, блин. Ну, вот так вот бывает. Мусор. Увы. Серега, ну у кого будет, кто поймает сигнал на закате? В тот момент, когда солнце коснется горизонта. А там еще надо этот зеленый такой ловить. Когда солнце заходит, зеленая такая есть. Свечение. Очень редкий эффект. Не всем его видно, блин. Понятно. Ну будем ловить зеленое свечение, блин. Когда солнце село, есть такой... Ты видишь этот вот редкий спектр от солнца, он с зеленым цветом несколько там секунду и пропадает. Его вот подлавливают из заката. Понятно. Есть такая фишка. Там сигнал должен быть в зеленом спектре. Да. Ну, друзья, поставьте лайк. Как вам закат? И это еще солнце не коснулось моря. Все самое интересное еще впереди. Мы скоро включим фонари. Друзья, у меня магнит отработал. Смотрим. Железный сигнал выкопал. Скуби нету. А он вот он. Саморез. Вот сюда хочу показать. Вот сейчас хожу. Вот эти дни пути, у меня вот такой момент. Вот для чего они нужны. Чтобы помогать в поисках и избавляться от лишнего железа. Это Серега там трынтит. Кстати, подписывайтесь на канал Мэтсер. Там тоже есть это самое, контент интересный. Вот нас вы там увидите. Красивая погода. О, Серега только что подсказал, что говорит, облака над солнцем букву X образовали в какой-то момент. XP Deus 2. Не URX, а Deus. Ну все, закат начался. Серега в закате. Так, ну вот на море появились люди. Сегодня весь день лил дождик. Сейчас погода наладилась. Очень хорошо, комфортно. И появились отдыхающие. Все приехали на закат, фотографируют. Закат фотографирует нас. Как-то так. Ну все, друзья, закат произошел. Сигналов нету, космос полный. Находимся в ямке, но пока ничего интересного. Но коп не заканчивается, мы продолжаем. Буквально солнце коснулось горизонта последними лучами, и у меня сигнал. Там где-то на глубине 79-80, что я успел прочитать на мониторе. Сейчас будем копать. Как выкопаем, покажу вам в лопате. Итак, подплывает Серега. Посмотри, что у нас в скубе. Я иду смотреть, что это за сигнал, который на закате, на самом последнем лучике солнца. Я там спектры ловил эти зеленые. Крест. Хо-хо-хо. Крест. Смотри-ка. Точно крест. 1-1. И он, главное, что... На за последнем луче заката? Да. Вот это эпично. Сейчас, сейчас показываю. Крест. Ну вот, друзья. Точно крест. Крест, ну серебро, судя по всему. Последний луч заката нам принес крест. Ну такой прикольный, кстати. Большой. Птичка, да. Не такой уж и маленький. Все отлично. Вот, видите, что бывает, а? Работает схема. А ты еще ты вот сейчас мне вот, ты понимаешь, что ты сейчас вот мне тут колдуешь, блядь? Последний лучик, кресты полезли, блядь. Сейчас ты мне наколдуешь, блядь. Подожди, то ли еще будет. Ну вот, короче, ходим. Сигналы какие-то есть очень глубокие. Сейчас не смог докопать сигнал, к сожалению. Еще пока можно что-то снимать. Снимаю, но уже все, уже последние кадры, наверное, без фонаря. Вон там где-то... Что-то Серегу не видно в камере. Где он там? Во-во-во-во-во. Ну, он там где-то. Он существует. Да-да-да. Ладно, копаем дальше. Итак, у нас какой-то орущий сигнал на поверхности. Там что-то даже еще и осталось.
Давайте посмотрим, что тут будет. Растемнело. Вон там где-то тихо светит луна. На-на-на-на-на. Посмотрим, что там лежит. Был цветной сигнал, очень высокий. Я не вижу, что это. Это что ли? Кусочек фольги? Похоже на то. Ну-ка сейчас посмотрим. Он не он. Нет, не он, похоже. Скупо берем. Да, он. Маленький кусочек фольги оказался. А так звенел. Включи фонарь. Что-то моего не хватает. А что, я еще не выкопал? Ну что, Серега тут что-то в темноте пытается поймать. Сигнал 46. Низкий. Мы загадали, что сейчас мы идем уже к берегу. И каждый вытащит по кольцу. Ну, Серега, наверное, первого сейчас достанет. Понял сразу. С первого. Тут должно быть кольцо, не меньше. Есть? Нету. Как нет? Покажи. Нету ничего. Точно нету, блядь. А где? Проебал? А, я его выкинул. Так. Давай, забирай его. Удивляй. В темноте. Нету. Нет, что-то есть. Не, еще. Не выкопал. Так, давай. Народ ждет в темноте. Так. Есть? Сейчас вроде есть. Вроде есть, давай. Не слышу, что пора. Вон звенит уже, слышу, блядь, как кольцо звенит. Точно кольцо звенит? Есть, да? Не вижу. Покажи. Да, блядь, да что же за херня-то? И на магнитах нет. Так. Сигнала нет. Ну ладно, мы сейчас его поймаем, включимся. Итак, друзья, все, вышли из моря. Там последний, что снимал Серегину находку. Короче, мы ее так и не выкопали. Ни хрена. Так, все. Вот. Давай тут присядем, чтобы было видно. Да, сейчас присядем. Немного. Короче, свет покажу. Давай, вот я свечу фонарем. Так, сейчас покажу, что у Сереги, что у меня. Короче, мало сегодня находок. Ну вот. Но без кольца мы не ушли. Подозрение, что серебряное, потому что есть черное окисление. И было очень глубоко. Не знаю, кольцо. Попробуем. Потом 10. Потом посмотрим. Центов и 2. Короче, евро. Это была первая находка. Отбомбили яму сегодня. Главное, что есть колечко. 2 евро Франция, кольцо и 10 центов. У меня еще скромнее. Это я на сладкое поставлю. У меня всего одна монета 20 копеек. Косточка от сисек. Потом, блин, вот это нас очень сильно. Да, поволновало. Последний сигнал. Да, куча ржи, кусок Изольды и вишенка на торте. Это моя лучшая находка для сегодня. Я тоже засниму, это крест. Крест мощный. Большой. Спаси крест, да, сохрани. Да, я возьму, сейчас покажу себе. Да. В кадр возьму. О. Снимаем параллельно на 2 контента. Огромный большой крест выпал. Держи. Так, теперь что у нас тут и с этой стороны, так это с одной стороны. Вот такой у нас сегодня результат. Мы, конечно, давали зрителям надежду в самом конце, что мы сейчас будем выходить и найдем золотое кольцо и покажем. Они же так сильно ждали этого, но у нас не вышло. Но надежду мы давали. От тебя виден был один фонарь. Вот так, ну все тогда, друзья. На этом закончим. Заканчиваем наш сегодняшний коп. Серега попрощался. Так, всем пока. О, ну-ка вот так вот, подожди. И ты помаши ручкой. Вот так очень хорошо получается. Очень замечательно. Короче, на закате вытащили. Все, ладно. На этом закончили. До новых встреч. Костюмы у нас одинаковые. С одного магазина купленные. По одной акции. Фонарь горит. Так работает хорошо. Так, ну что,
Коп наш начался. Смотрите, какая шикарная погода, шикарное море. Так, Димон дернул кольцо. Прокричали на весь пляж. Итак, друзья, я нахожусь уже по самую грудь. Ну вот 54 бил железо. Крест. Крест! Ой, весь, ё-моё, он весь в камнях. Весь в камнях. А, это камень? Как же не успеет? Ну нет, это даже, блин, без пробы, если скажешь, что золотая. Ну вот, чётенько. Не, вот ходи, тратить. Прикольно. Серёжка радует.